Добрый день, уважаемые слушатели. Приветствую вас в лектории «Исторические субботы» в совместном проекте Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Тема сегодняшней лекции – «Россия и дикое поле в XVI-XVII веках». Лекцию читает доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО МИД России Татьяна Васильевна Черникова. Спасибо большое, дорогие друзья. Я очень тронута, что такое количество любителей истории у нас существует, и несмотря на то, что такой замечательный зимний день и преддверие Нового года, вы все-таки пришли сюда послушать лекцию. Вот. Я сразу хочу вам сказать, что прежде чем перейдем мы в век 16-17, о котором поговорим так очень серьезно, мы быстро пробежимся по истории предыдущей, чтобы понимать, что было до этого и какие истоки были тех отношений, которые вот сложились уже во времена, когда создалось сначала единое Московское государство. И с середины XVI века и в XVII веке это уже была большая такая страна, русское царство. Вот. Но сама проблема взаимоотношения русских людей, русских государств с жителями Великой Степи, она гораздо более древнюю историю имеет. И тоже, наверное, на ней немножко надо остановиться. Поэтому у нас сначала будет такой небольшой экскурс в прошлое, а потом мы перейдем вот уже в век 16-17 и посмотрим, что было там. Итак, собственно, что мы имеем до возникновения во второй половине 15 века единого московского государства, единого русского государства, как его еще историки называют. И, кстати, впервые именно в это время появляется и такое название, которое до сих пор является официальным названием нашей страны – Россия. Поэтому вот Россия в наших источниках до Ивана III как название страны не существовало, а получил он это название в качестве такого наследства вместе со своим политическим браком на Софье Палеолог, племяннице последнего византийского императора Константина XI. И, собственно, Россией или Россией, точнее, называли нашу страну греки, византийцы. Ну и вот вместе с бармами, платьем византийского императора и совсем не византийской короной, но уже одетой в византийскую легенду, шапкой Мономаха, да, вот, и византийской невестой по особо торжественным случаям в русский обиход политический входит название России. До конца XVII века название очень редко, значит, употребляется, только по торжественным, обычно таким даже религиозным поводам. Но вот почему-то при Петре происходит взрывное вытеснение старого названия Русь, и уже дальше фигурирует только Россия, Российская империя, Российское царство. Вот. Но это вот то государство, в котором мы живем до сих пор, которое напрямую связано, да, с возникшим вот этим единым московским государством. А что же до этого из себя представляла Русь? Ну вот сначала это было единое русское государство, которое Василий Осипович Ключевский по центру, по столице в городе Киеве называл Киевской Русью. Ну и условной датой распада этого государства считается 1132 год, после чего уже русский мир был представлен 12 независимыми государствами, причем не только княжествами, но и республикой боярской, Вечевой республикой Новгород. Да? И вот такой раздробленный мир, и именно он тоже как-то будет с Великой Степью, соответственно, координироваться, будет вот как раз до середины XV века. Да? Вот выяснив, что из себя представляет Русь в разные моменты истории, да, мы теперь поговорим о том, что же такое дикое поле или то, что ей этому названию предшествовало.
Ну, вообще, «Дикое поле» — это такое образное название, которое появляется на самом деле только в XVII веке. В источниках исторических, ну, а как вы знаете, то, что появляется в источниках исторических, на самом деле рождается раньше и просто уже потом в письменную культуру переносится из устной речи. Ну и вот мы предполагаем, я имею в виду историки, что само название степи, которое проходит в Северном Причерноморье, Приазовье и на Нижней Волге, то есть при Каспии, вот эти степи, степной коридор такой, который соединен вообще-то и со степями Центральной Азии, если дальше передвигаться туда, но нас будет в это время интересовать именно пограничье русское, да, вот эти европейские степи. Вот он стал называться «Диким полем», видимо, только в 15-16 веке, потому что до этого момента этот коридор был достаточно заселен, да, тут жили разные народы, тут были разные государства, я о них тоже несколько слов вам скажу. А вот с крахом Золотой Орды, разгромом Золотой Орды во времена столкновения Тахтамыша с его бывшим покровителем бухарским эмиром Тамерланом, так европейцы называли Тимура Ланга, Тимура Храмца, да, большого такого среднеазиатского великого завоевателя, диктатора, мощного государственного деятеля, вот, который разгромил в 1395 году Золотую Орду, очень здорово проредил здесь население, угнал большой полон, разрушил города. И вот дальше получилось так, что это место оказалось довольно малозаселенным. И когда французский картограф военный и военный инженер, находящийся на службе у Речи Посполитой, составлял по заказу польско-литовских властей карту пограничья и своего вот этого государства, которое его наняла Речь Посполитая, и противника геополитического этого государства, именно Московского царства, то он назвал по латыни вот эти территории «loca deserta», то есть «место пустынное». А в польских источниках мы читаем уже, что это «дикое поле». То же самое в малороссийских источниках и то же самое появится в русских источниках. «Дикое поле» или просто «поле». То есть получилось, что это такой фронтир между враждующими, постоянно воюющими государствами здесь находящимися. И поэтому, несмотря на плодородие, прекрасная земель, многие здесь земли черноземы, здесь очень хорошие условия, особенно чем ближе к русским границам, для скотоводства и кочевого скотоводства. Но жить тут мирным людям практически было невозможно, потому что тут постоянно была война. Вот так это к 15-16 веку, значит, сложилось. Ну, а что ж тут было раньше, когда «Диким полем» это не называлось, называлось «Великой степью»? Вот если быстренько посмотреть, какие тут у нас были отношения с жителями этой степи, они, конечно, кочевники. Вообще, вы знаете, такое противоборство кочевой цивилизации и цивилизации оседлой, когда не совсем понятно, за кем будет окончательная победа, она длилась, наверное, до 15-16 веков. Вот уже к 16 веку ресурсы экономики степной, построенные на кочевом скотоводстве, таком достаточно, в общем, примитивной форме взятия, скорее даже у природы, нежели каком-то воздействии на природу. Ресурсы были истощены, и уже аграрные средневековые государства и государства раннего нового времени, вошедшие в период пороховой революции, оказались гораздо мощнее и по экономическим ресурсам, и по военным ресурсам. И вот уже с этого момента, 16 века, начался закат всех, кто был связан с кочевым хозяйством, и военно-политическая их мощь, в общем-то, падала. А до этого времени, кто кого тут перетянет, в общем-то, было совершенно еще неясно. И вот первыми соседями русского государства, оно образовалось
в общем-то, такой условной, безусловно, датой его рождения является 882 год, когда князь Олег, князь Северной области, такого союза нескольких племен, славян-кривичей, ильменских славян, различного рода уграфинских племен и пришлых сюда варягов, вот, родственник легендарного Рюрика, ну, вы знаете, историки до сих пор спорят о его происхождении, хотя большинство, конечно, предполагает, что Рюрик был представителем скандинавов, нормандская династия. Но так или иначе, вот это формирование, этот центр консолидации восточных славян за счет похода князя Олега и переноса им столицу в Киев, вот, образовалось единое такое древнерусское государство. И вот соседями этого государства до момента его разрушения в 1132 году со смертью князя Мстислава Великого, старшего сына Владимира Мономаха, распадается Русь, как я вам уже говорила. Тут соседями и в основном враждебными оказались разные степные народы. Сначала это были хазары. Вот как раз на этой карте, такой весьма детской, но очень зато образной, показана территория Руси Киевской, причем вы видите нижнее течение Днепра вплоть до Черного моря, значит, относится к древнерусскому государству. Вот по нижнему течению Днепра и Южного Буга жили два восточнославянских племени, тиверцы и уличи. В конечном итоге они были подчинены киевским правителям. Вот. И получалось, что древнерусское государство заперло вот этот коридор прохода кочевников дальше в Европу, и с этого момента превратилось в такой в щит европейской цивилизации, западноевропейской цивилизации, вот, от натисков волн этих кочевых племен. Но сама по себе Хазария, которая вот находится, соответственно, в низовьях в основном Каспийского, в низовьях Волги по Каспийским степям и немного заходит в Приазовские степи, оно было государство, которое возникло раньше Киевской Руси, существовало в VII-IX веке, и основой этого кочевого по составу населения государства было вовсе не кочевое скотоводство. Очень быстро хазары поняли, что куда больший доход приносит транзитная торговля. То есть они контролировали транзитные пути, по которым разные восточные товары, включая очень востребованные и редкие в Европе шелк и все ткани из него, парчу, паволоки, бархат, вот все это перегонялось караванами в Европу по этому степному коридору. И хазары, соответственно, брали пошлины, охраняли торговые пути, представляли караван-сараи. Вот. И это составило, собственно, главный доход и могущество их государства. Они очень быстро поняли, что раз торговля главная, значит, надо приблизить к хагану, а потом у них такое было своеобразное политическое религиозное устройство, был и каган, и царь. Тех, кто действительно знает не только восточные пути, но и западные торговые пути, это оказались еврейские купцы, потому что еврейский тогда народ уже был распален, и диаспоры существовали по всей Азии и Европе. Очень неплохо устроились еврейские купцы в арабской Испании, и поэтому вся Европа фактически была, вот, могла налаживать свои связи через посредство еврейских купцов, вот, и это государство. Ну, в связи с этим хазарская элита приняла иудаизм, и очень многие вот эти землепроходцы, купцы, евреи заняли такое высокое положение в Хазарии. Ну, что касается отношений славянского мира вместе с этой самой Хазарией. До образования древнерусского государства хазары брали дань с южного края восточных славян, это поляне, древляне, северяне и вятичи. А вот когда образовалось уже русское государство, в задачу киевских князей входила война с хазарами, потому что больше им дани не платили, и более того,
Киевская Русь – это во многом тоже государство, существующее на транзитной торговле. По крайней мере, элита и городское население, княжеско-дружинная среда, все их доходы происходили в это время не от земледелия, да, которым занималась большая часть населения, платившая дань, налоги государству, а именно доходы от торгового пути из Варяг в Греки, который соединял Западную Европу с Византией через реки и Волоки, которые от Балтийского моря до Черного моря, соответственно, вот шли по земле древнерусской. Ну и, как вы понимаете, две торговые державы, естественно, на одном поле ужиться не могут, и поэтому начинаются войны с Хазарией. И Олег, и Игорь воевали с Хазарией с переменным успехом, хотя все мы знаем начало пушкинской песни об Олеге, да, как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам. Вот. Ну, исторически не совсем понятно, насколько успешно Олег воевал. Вот, так сказать, за интересы беспошлинной торговли с Византией он воевал великолепно, совершив свой поход на Константинополь и добившись в 900, конечно, в 9-11 году торгового и мирного договора. Вот с хазарами по-разному получалось. Но окончательно Хазария пала под ударами все-таки именно древнерусского князя. И это был уже князь Святослав. Ну, князем он стал в очень молодом возрасте, в 4 года. В 945 году, когда погиб в момент древлянского восстания его отец, но до 64 года его мама, княгиня Ольга, очень уважаемый в древнерусской истории персонаж, управляет за него. А вот с 62-64 года и по 72 Святослав уже правит и в основном занимается внешними делами, которые он понимал в основном как войну, и постоянно находится в походах. И вот он видел одну из своих задач – сокрушение вообще Хазарии. И вот на этой карте как раз представлен его поход сначала на Вятичей и Волжскую Булгарию, еще одно государство на Средней Волге, которое тут располагалось, а потом и вниз по Волге, и второй поход в район Дона, где располагалась очень крепкая хазарская крепость Саркел. Для русских название Саркел, полный перевод, Белая Вежа, Белая Башня. Ну и вы знаете, что Хазария вот этот удар уже не перенесла. Хазарию очень теснили кочевые ее собратья, хазары были тюрками, и вот племена печенегов, которых в свою очередь дальше толкали половцы и другие тюркские народы, они уже давно прорывались через территорию Хазарии, и даже в IX веке уже часть печенегов прорвалась в Причерноморские степи и там расселилась, но основная масса давила с востока. И вот когда нанес свой сокрушительный удар Святослав, разрушив все города, столицы, основав две русские такие военно-торговые фактории в Белой Веже на Дону и в греческом городе Тамарахта, по-русски Тмутаракань, да, на Табани, то Хазария пала, и степи заняли печенеги. И вот здесь историки вынуждены вообще сначала восхититься победами Святослава, а потом вдруг обнаружить, что соседство с народом кочевым, но не имеющим государственности, оказалось для Руси куда более опасным, чем государство Хазария. Почему? Потому что с государством можно воевать, побеждать и заключать договоры. С ордами, которые враждуют с друг другом, без конца меняют свои племенные союзы, постоянно двигаются и живут как раз не торговлей, как хазары транзитные, да, поэтому мир вообще-то нужен для торговли, а именно тем, что пасут скот, но это приносит небольшие доходы, а военную добычу рассматривают как дополнение. И поэтому печенеги начали атаковать границы русских довольно быстро, и уже сын, побочный сын Святослава, Владимир, победивший в такой междоусобной борьбе своих братьев, вынужден был решать
проблему защиты от печенегов своего вот государства. Правда, вот эта территория, которая внизу Днепра и Южного Буга, при Владимире еще нами не потеряна. Потому что Владимир, во-первых, оказался не только очень серьезным государственным деятелем. Вы знаете, что именно при нем все восточнославянские племена вошли в состав древнерусского государства. Владимир поддерживал русскую колонизацию дальше во всех направлениях. Ну и вообще Владимир – это излюбленный персонаж русской исторической памяти. Владимир Красносолнышко – это как раз единственный центральный княжеский персонаж тех былин, точнее осколков древнерусского эпоса, которые до нас дошли. Но вот он, кроме военных способов, был очень неплохим дипломатом, и он каким-то образом умудрился договориться с теми печенежскими ордами, которые заняли правобережье Днепра. И они, в общем-то, были скорее дружественными. На Русь при Владимире уже не нападали. Зато левобережные племена находились в постоянной войне, и именно Владимир первым нащупал правильный способ обороны русских границ, который потом будут использовать все его последователи. И особенно возродится он, я поэтому и хотела вот отсюда начать, в том 16-17 веке, о котором мы говорим. То есть Владимир, кроме похода войска в земли печенегов и боев с печенегами, кстати, поначалу это не всегда приносило успех, но чем, так сказать, дальше, тем больше вот эти крупные победы русских они уже вкладывали свою лепту, да, в оборону. Но главное, что тут нужно было организовать некую какую-то постоянную пограничную охрану. И вот Владимир начинает строить маленькие крепостицы по пограничью, и также, в общем-то, довольно большие города, крепости. Вот Белгород, Выжгород и Переслав, Переяславль тогда русский он назывался, а теперь это Переяслав Хмельницкий. Вот это крупные крепости, но между ними были расположены маленькие крепостицы, а также заставы. Заставы представляли из себя такие высокие башни, у которых сверху была площадка, на которой были сложены сырые дрова. Это вот принципиально. Причем эти башни располагались на расстоянии, чтобы видеть друг друга. Ну, не столько саму башню, сколько в случае, если вы поджигали эти самые сырые дрова, то столб дыма и пара поднимался очень высоко, и его видели на соседней башне. И вот такой дымно-огненный телеграф, в общем-то, вел к самому Киеву, и поэтому действительно в считанные минуты, ну, по крайней мере, часы, можно было донести до Киева весть о том, что двигается печенежская орда. А печенеги вообще-то как, в общем-то, такие довольно примитивные, легкие всадники, такой лавой атакующие с серьезными средневековыми войсками, в частности, вот русской дружиной и воями-ополченцами. В общем-то, когда уже русское войско представляло большую по себе численность, сражались плохо. Поэтому вся их надежда была на что? Неожиданно напасть, захватить добычу и тут же уходить. Они не земли завоевывали, они завоевывали добычу. И поэтому, если им навстречу выходило войско, успевало выйти за пределы русских границ, то печенеги, как правило, даже отступали и уже в бой не вступали. И поэтому вот оказалось, что вот эта система крепостиц и вот этот огненный телеграф, он очень эффективен. Ну а кроме того, в этом районе появились впервые дружественные русские кочевники, у которых было хорошее первоначальное название – казаки. Историки до сих пор спорят, что это за слово и какого оно происхождения. Ну, собственно, сталкиваются две лингвистические такие версии. Скорее всего, это североиранский диалект, потому что первыми казаками были аланы. Ну, аланы – это родственники скифов, сарматов, оставшиеся здесь.
от когда-то здесь жившего широко скифского вот этого североиранского населения. Но во времена хазар и печенегов разбитые более мелкие тюркские племена, такие как турки и берендеи, уже тоже здесь жили вместе вот с этими остатками степного иранского населения, поэтому, может быть, казаки – это и тюркское какое-то название. Но они здесь жили, были автономны, но поскольку это была как бы их родина, то и первый удар всегда печенегов встречали они. Да? И поэтому, как всякие казаки в более позднее время, они представляли из себя великолепную пограничную стражу, потому что они дрались не на жизнь, а на смерть, потому что иначе им просто тут существовать было невозможно. А вот русские гарнизоны, они в крепостицах менялись, и плюс под конец, когда уже русское государство переходило в стадию такого своего рассвета, да, русские разъезды уже так в наглую выезжали в печенежские поля и там, значит, громили, захватывали тоже добычу, и все это в русских былинах, как и русских летописях, прекрасно отражено. Да? Ну, печенежский конец у нас тут наступил в 1036 году, когда печенегов постигла судьба хазар. Их стали давить более многочисленные и более организованные половцы, их собратья. Правда, половцами называли этих кочевников тюрков русские за необычно светлый цвет волос. Видимо, когда-то во времена еще, когда арии откочевали, арии – это индоевропейцы, они были поначалу, в общем-то, в основном такими русыми, блондинистыми. Вот где-то не все арии дошли до Индии, завоевали ее, кто-то остался в степях и смешался с тюрками. Но среди половцев действительно очень много было не брюнетов, а людей со светлыми волосами. Русскими этот цвет напоминал цвет свежескошенной соломы, такой желтой, а солома – это полова. Отсюда и половцы. А, собственно, их название кыпчаки или кипчаки. Вот. И они, в свою очередь, теснимые более восточными собратьями, двигались вот, и мешали, скажем так, печенегам. И печенегам ничего не оставалось, как попытаться захватить лесостепь, принадлежащую Руси, потому что в лесостепи кочевники тоже могут жить. Но а это была территория, где находился центр древнерусского государства. И уже сын Владимира Красносолнышко, победивший в борьбе междоусобной своих братьев, Ярослав, вошедший у историков и летописцев, как Ярослав Мудрый, при жизни имейте в виду, вот Владимир Красносолнышко был Красным Солнышком, я Мудрый не был Мудрым, вот, но заслуженно прозвище свое получил. Вот Ярослав Мудрый в 1036 году прямо под стенами Киева, на Подоле, где тогда города не было, нанес печенегам решающее поражение, и печенежская орда в итоге распалась. Часть печенегов прибилась к русским границам, вошла в состав вот этих, помните, казаков, торков, берендеев, аланов. Вот. Но только они носили такие ярко выраженные головные уборы, черные войлочные шапки. И поэтому русские летописи стали их называть черными клобуками. А по их названию и всех остальных дружественных кочевников – черными клобуками. Другая часть печенегов откочевала в Венгрию. Вот тут очень интересный момент. Венгры уже давно христиане. Венгры уже земледельческий аграрный народ, но они помнят, что когда-то были кочевниками. И вообще первые мадьяры, венгры, пришли еще с гунами в Европу. Да, потом основная масса венгров переселилась, и поэтому просьба печенегов предоставить им место жительства, как братьям, хотя вы понимаете, в общем-то, это народы разные, венгры – это уграфинский народ, наверное, самый воинственный, единственный воинственный уграфины.
Вот. Ну вот эти печенеги были приняты в Венгрию и постепенно слились с венграми. Ну, самая печальная была судьба у тех печенегов, которые, в общем-то, пытались как-то здесь остаться, пытались двинуться куда-то дальше в пределы болгар и византийцев, и они были истреблены уже этими народами. Ну, а территории, значит, печенегов заняли у нас половцы, и вот тут большая карта, изображавшая, собственно, половецкую степь. Половцы так и не создали государство, хотя имели очень сильные племенные союзы, такие протогосударственные образования. И видите, именно половцы в конечном итоге оттерли древнерусское государство от Черного моря, в общем-то, потеряли к XII веку мы низовья Днепра и Южного Бука, а половцы аж продвинулись до низовьев Дуная. Поэтому, видите, половцы представляли из себя гигантскую силу. Правда, поначалу половцы весьма дружественно заселяли, значит, степи, с русскими не воевали, и только в 68 году, в 1068 году, начался их натиск. Начался он с разгрома в поле трех Ярославичей, трех старших сыновей Ярослава Мудрого, Изяслава Киевского, Святослава Черниговского и любимого сына Всеволода, Переславль Русского. Вот. И до 95 года каждый год половцы накатывали на Русь, и каждый год их, в общем-то, остановить было невозможно. Колоссальные несла потери южная часть русского государства, начинался уход оттуда населения на северо-восток, юго-запад и к Новгороду. Вот. Ну и, в общем-то, это уже было время преддверия распада, да, Руси. И только с 95 по началу 12 века один из сначала вот таких младших князей, а потом с 1113 года и великий князь Киевский Владимир Мономах, он действительно по своей матери внук императора византийского Константина Мономаха, и это, видите, произвело такое впечатление на Руси, его все-таки связь с дедушкой, что его именовали по деду, подчеркивая его связь с византийской, да, династией Мономахов. Ну, византийские, понятно, императоры, самые титулованные монархи Европы того времени. Ну вот Владимир Мономах сумел сначала убедить русских князей вместе двигаться против половцев и нанес им в 95-98 году первые поражения, а в 1111 году вообще был совершен грандиозный поход на степь, причем его иногда называют крестовым походом, потому что он во многом был организован с таким большим религиозно-идеологическим подтекстом. Войска сопровождало духовенство, пели религиозные всякие гимны, несли иконы. Вы знаете, знамен-то тогда не было, и поэтому икона, поставленная на шест, двусторонняя, играла роль вот такого знамени. Ну и поскольку это, видите, совпадает с эпохой крестовых походов западноевропейцев. А вы помните, что вообще-то Владимир Мономах, его двоюродными братьями являются, например, король Франции Филипп I, сын дочери Ярослава Мудрого Анны, которая долгое время в малолетство своего сына Филиппа была вообще правительницей Франции, а ее второй сын, герцог Гуго, был прямым просто вождем крестоносцев. Безусловно, Владимир Мономах об этом знал, и русские князья об этом знали, и тогда схизма, хотя она уже состоялась, раскол Западной и Восточной церкви, 1054 год, но вот на Руси еще такой вражды и такого религиозного противостояния между католиками и православными, собственно, не наблюдалось, поэтому, в общем-то, тут скорее еще воспринимало все это как общехристианское дело. Настоящая вражда началась после 1204 года, когда Четвертый крестовый поход кончился разгромом Константинополя.
Сначала византийский царевич втянул крестоносцев в борьбу за восстановление своего отца на престоле, но окончилось это вот тем, что труд крестоносцев не был оплачен, и они оплатили его, захватив просто город, отняв у Византии полтерритории, создав в этой области свою латинскую империю, и 50 лет византийцы отвоевывали свои земли и Константинополь. А поскольку на Руси все высшее духовенство было присылаемое из Константинополя, они были либо грехами, либо южными славянами, сербами, болгарами, то вот всю ненависть византийскую к католикам они, конечно, перенесли уже сюда, и вот схизма уже начала восприниматься с такой же яростью, как, наверное, и борьба с кочевниками. Да? Но вот я к тому, что во времена Владимира Мономаха этого еще не было, и, может быть, вот он, значит, вдохновившись тоже примером своих кузенов, да, европейских, которые постоянно участвовали в крестовых походах, свой вклад внес в разгром язычников, половцы были язычниками, вот. И удар был такой колоссальный, что после этого 1111 года на какое-то время половцы вообще откочевали от русских границ, некоторые даже перешли большой Кавказский хребет и поступили на службу к грузинскому царю Давиду Строителю, так сказать, просто опасаясь приближаться к русским границам. Правда, потом, после смерти Владимира, после смерти его сына Мстислава Великого, ну, как-то постепенно половцы вернулись. Но уже с ними, в общем-то, как-то и ладили, и дружили, и враждовали. И собственно, не все древнерусские вот эти княжества находились с половцами в плохих отношениях. Как раз отец такой государственной будущей Московской Руси, Великое княжество Владимира Суздальское, было традиционно союзником половцев. Первый князь, вы знаете, Юрий Долгорукий, один из младших сыновей Владимира Мономаха. Вот, он был женат на дочери половецкого хана, поэтому его сын Андрей Боголюбский всегда обращался за помощью, всегда ее получал, и в какой бы поход Андрей Боголюбский ни шел, половецкая конная рать всегда его, в общем-то, сопровождала в качестве союзников. И взятие Киева в 1169 году, впервые Киев был взят русскими на щит, то есть своими, это как раз делал по приказу Андрея Боголюбского его сын Мстислав. Вот в этом активно принимал участие и половецкий отряд, который разграбил не только город, но еще и Киево-Печерский монастырь. Ну, собственно, и другие 12 князей русских союзников Андрея Боголюбского тоже тут добычу взяли. Поэтому тут это не только половцы так себя вели, но и, в общем-то, это тогда такие законы войны были, что войско получало право на военную добычу. Вот. Но дальше, вы знаете, произошло в русской истории великая такая катастрофа, хотя поклонники, наверное, Гумилева со мной не согласятся. В 1237-42 году началось Батыево нашествие на половцев, на страны Европы, Польшу, Венгрию и вот страны Адриатики дальше. И частью этого нашествия, в частности, было два похода на Русь. Первый поход 37-38 года на северо-восточную Русь, Владимира Суздальское, Рязанское княжество, частично были затронуты новгородские земли, смоленские и черниговские. Второй поход – это уже 39-41 год, это южная и юго-западная Русь. Но итогом вы знаете, что произошло. Большинство русских земель, кроме будущей Белоруссии, отсюда некоторые историки полагают, происходит название Белоруссия, то есть Западная Русь, бывшее княжество Полоцкое, не попало ни под нашествие, ни под зависимость. Вот. Но в дальнейшем эта другая Русь, объединившись с Литвой, создала такое очень мощное государство, Великое княжество Литовское. 90% территории населения, имейте в виду, это русское население. Особенно после того, как князь Альгерд отвоевал южно-русские земли, то есть будущую Украину, в 1362 году он разбил у Синих Вод полки
татарских ханов, и вся вот эта Южная Русь вошла в состав Великого княжества Литовского, то есть это было крупнейшее государство. Официальным языком его очень долго был именно русский язык, просто письменного литовского не существовало. Законом «Русская правда», принятая еще Ярославом Ярославовичами. И вообще очень долгое время вот это княжество, оно было центром консолидации русских земель, но только западно-русских и южно-русских. Когда попытались литовские князья, борясь с Ордой, в частности, продвинуть свое влияние на северо-восточную Русь, оказалось, что это невозможно. Тут есть свои центры. Ну, сначала, вы знаете, Тверь, потом Москва выступает тут таким центром консолидации. А самое главное, что внутренний социокультурный уклад Южной и Западной Руси и Руси Восточной, он уже в 13-14, начале 15 века был совершенно другой. То есть тут невозможно было просто объединение, тут возможно была только победа одного или другого. Ну и вот конечный итог, вы знаете, Москва таки победила, и даже несмотря на то, что Литва объединилась в борьбе против ордынцев, орденцев и Северо-Восточной Руси с Польшей, и сначала была личная уния, а потом в годы Ливонской войны уже создали Речь Посполитую, да, в 1569 году, и вот эти два геополитических центра, Московия и Речь Посполитая, оспаривали, кто же главный полис тут силы в Восточной Европе и Северной Азии. Конечно, успех был за Московией, вот, и во времена Екатерины II сама Речь Посполитая, вы помните, вообще подверглась трем разделам, и большая часть ее территорий, украинских, белорусских и литовских, вошли как раз в состав российского государства. Ну, а польские территории поделили Пруссия и Австрия. Да? Ну, а мы возвращаемся сюда, и вот как раз мы теперь с вами и подходим к 15, 16, 17 веках, когда вот здесь возникает дикое поле. Ну, я вам сказала, что оно возникло в основном из-за страшного разгрома Тамерланом самой Золотой Орды. И Тамерлан тоже был человеком очень, не только великим воином, но и глубоким таким экономистом и политиком. Он понял, что составляет основу могущества Золотой Орды. Опять-таки не кочевое скотоводство, а контроль за транзитными торговыми путями. Потому что шелковый путь через эти территории, вот эти все опять-таки востребованные товары, вел в Европу, ну и наоборот. Да? Поэтому, чтобы убить Золотую Орду, надо было сделать одно – перенести торговые пути южнее, что и делает Тамерлан. И с этого момента ничего не объединяет народы, входящие в Золотую Орду. Они начинают ориентироваться на свою экономику, она у каждого народа была разная. Потому что если, например, в Крыму и в Казани мы видим очень развитое земледельческое и такое скотоводческое хозяйство, стойловое, в Крыму также прекрасно развивалось, например, садоводство, там было много греков, которые, опять-таки, не только занимались тут ремеслом и вот земледелием, но и торговые были тут крупные центры, к тому же генуэзские колонии в Крыму находились. То есть это совсем не та экономика, какая, например, была у жителей Ногайских и Поволжских степей, которые по-прежнему оставались кочевниками. Да? И в итоге происходит такой распад Орды еще до настоящего ее окончательного раскола на Улус Крымский, будущее Крымское ханство, Астраханский, кстати, в основном ориентирующийся на торговлю с Персией и другим Востоком, Ногайская Орда, Большая Орда, Казанская Орда, Сибирская Орда и казахская территория вообще была представлена тремя племенными союзами – Старший Жуз, Младший Жуз и Средний Жуз. Да? Ну и в конечном итоге получилось так, что только Большая Орда во времена единого московского государства претендовала на то, чтобы хоть как-то
собрать эту Золотую Орду назад. Но она была очень большой по территории, но кочевая экономика, а я вам говорила уже, она практически все ресурсы свои и потенциал развития исчерпала. Означало, что эта Орда будет враждовать не только с Московией, которая все желает освободиться, не только воевать с Великим княжеством Литовским, но еще вдобавок и с Крымом, и с Сибирским ханством, и с Казанью, потому что все они хотят независимости. И вот, собственно, из союза Москвы и Крыма при уже, ну, по счету он был четвертым ханом Крымского ханства, знаменитый Менглигерей, друг и партнер Ивана III. Вот. Но он и как два его старших брата были старшими, были сыновьями первого независимого крымского хана Хаджигерея. Вот. Вот, собственно, в этот момент Большая Орда проигрывает свою борьбу. Первым таким крупным у нее такой неудачей, да, была попытка все время получить с Руси дань и потребовать, чтобы Иван III у стремени ханского просил ярлык на свое княжение. Иван этого не делал, пользовался помощью, кстати, крымцев, которые без конца нападали и тоже враждовали с Большой Ордой, но все-таки однажды он вынужден был заплатить не дань, но поминки. Вот иногда историки пишут, что поминки, которые мы, кстати, выплачивали, знаете, до какого года? До 1696, то есть до победоносного Азовского второго похода Петра I. Что это такое осколок дани? Это, в общем-то, с одной стороны и так, с другой стороны не так, потому что само слово «поминки», я как представитель дипломатического вуза, знаю, что в посольском приказе поминки – это подарки, которыми обменивались равноправные монархи, потому что все остальное имело другое название. Вот, например, каждое посольство, приезжая в Москву, привозило поминки московскому царю, ну, например, от императора Священной Римской империи германской нации. Да, часто мы в XV-XVI веке. Да? А сами послы давали свои еще подарки. Они, кстати, вот у австрияков, например, у австрийцев имперских посольств были даже большие. Но они уже назывались челобития. А вот то, что платил вассал или побежденный, то есть контрибуция, всегда называлась данью. Поэтому сама выплата поминок – это как раз такая запрос на то, что мы равноправные, и мы, да, даем вам некую такой, но в качестве равноправных, а никак не вассалов. Вот. Ну и вот вы знаете, что в 1480 году произошло знаменитое стояние на Угре. Кстати, на территории Рязанского княжества все это происходит, тогда еще не присоединенного полностью к Москве. С июня по 11 ноября стояли войска, и все решила Пороховая революция. Оказывается, то, что произошло в Европе еще в XIV веке, изобретение огнестрельного оружия, распространялось дальше на восток. Иван III был очень разумным политиком. Я вообще считаю, что это первый великий государь, который начал европеизацию России, потому что он начал массовый прием на русскую службу иностранных специалистов и освоение через них, как посредников, учителей, русскими людьми, всего того, что изобретало в военной, технической, архитектурной, фортификационной области Европа. Ну, мы находимся с вами рядом с Кремлем, все могут выйти, посмотреть на эту крепость и восхититься. Это самое позднее и самое лучшее из всех европейских крепостей миланского типа, потому что построена она под руководством именно инженеров и архитекторов североитальянских. Стены, башни именно миланские архитекторы строили, и вообще такой близнец миланской крепости.
чем резко отличается от этих крепостей? Эти крепости вы можете видеть везде в Европе. Если поедете в Швейцарию, в кантон Тичино, там на каждом холме маленький Кремль стоит. Ну, а уж про Северную Италию я вообще не говорю. Вот. Но нигде нету таких высоких пирамидальных и шатрами увенчанных башен. Вот это вклад 17 века, когда Кремль окончательно утерял свою военную сущность, потому что уже крепости другого типа строились, артиллерия развивалась, и уже бастионные должны быть крепости, а не такие, как был Кремль. Ну и тогда московские архитекторы решили придать некий самобытный облик, вот эти шатровые башни, таких нет, в общем-то, нигде, и Кремль ими отличается. Да? Ну так вот, и войско Ивана на Угре, Ивана III, имело уже артиллерию, причем, возможно, кроме пушек, имели самопалы, то есть это то, что потом называлось пищалями, да, аркебузы, имели самострелы, это арбалеты, и попытки татар перейти Угру, они кончались тем, что основная масса погибших в татарском войске – это были жертвы вот этого артиллерийского огнестрельного огня и стрельбы из самострелов, то есть из арбалетов. И Ахмат ушел от степи, видимо, думая, что он перезимует и второй раз пойдет, но на зимовке его подстерегли другие враги. В частности, был он, Ахмат, убит людьми сибирского хана Ивака, который в Москву прислал такого гонца с сообщением «Радуйся, твой и мой враг лежит в могиле». Ну и как Ахмат погиб, преемник его уровня в Большой Орде не появился, и территория Большой Орды просто была растащена на части соседями, последний удар нанесло Крымское ханство. Вот. И вот с этого момента, к несчастью, наверное, для Руси и Литвы, Крым становится их врагом. Почему? А исчезла почва для дружбы. Раньше дружили, потому что был общий враг – Большая Орда. А теперь Крым вообще претендовал на роль Большой Орды и преемника Золотой Орды, потому что уже при сыне Девлет-Гирея Мехмед Гирей, Мухаммед иногда Гирей его называют, а на Руси уже правил Василий III, Мехмед решил потребовать просто выплаты дани и восприятия вот этого государства, Крымского ханства, в качестве преемника Золотой Орды. И поход 1521 года, он был такой очень разрушительный, захватили Нижний Новгород, Владимир, пограбили большое количество сел и деревень, угнали многотысячный полон и множество скота и имущества, но, опять-таки, к Москве подошли, на крепость Миланскую посмотрели и просто не решились даже атаковать. А попытка атаковать деревянный Кремль в Переславле-Рязанском, это то, что сейчас со времен Екатерины II Рязанью называется, да, привела к тому, что осада кончилась неудачей и очень большими потерями. Почему? Оказалось, что там из Москвы, с пушечного двора, который был уже Иваном III учинен, в этой крепости стоят великолепные совершенно орудия, стреляющие картечью в частности, и даже присутствует, это мы по Герберштейну знаем, несколько иностранных мастеров, которые одновременно выступали литейщиками, пушкарями и обязаны были обучать русских пушкарей и литейщиков своему делу. И вот один из них, немецкий, значит, пушкарь, то ли Иоганн, то ли Николас, в разных источниках, значит, по-разному его имя фигурирует. То ли они оба были, потому что мы знаем по Герберштейну двух мастеров с таким именем, но они организовали такую великолепную работу русского наряда, наряд это артиллерии, что когда вступили в переговоры с Мехмед Гиреем уже о перемирии, тот требовал выдать этих немцев, потому что считал их, в общем, главными своими врагами. И вот местные рязанские воеводы готовы были
пожертвовать, значит, этими. Но, слава богу, там находилась и московский полк, и московский воевода знал, насколько ценит Василий III, как трудно завлечь этих иностранных западных мастеров, и он не выдал, и отправил в Москву. И дальше, уже вернувшийся в Москву Василий III, он, кстати, уехал в 21-м году, когда хан подходил к Москве, вот, он, соответственно, вот, лично поблагодарил этих оружейников за их службу Московии. Ну, а у России возникла очень большая проблема. Как теперь сражаться с этим крымцами и с этим Крымом? Тем более, что сам Крым очень быстро перестал быть полностью самостоятельным государством. Он попал под власть Турции, но был в качестве вассала. И для Крыма это было очень хорошо, потому что Турция постоянно снабжала Крым артиллерией, иногда присылала янычар, то есть помощь военную. Вот. И самое главное, Крым получил новую статью своей экономики, тесно связанную с войной. Крым вообще, за исключением вот этого дикого поля, которое все в Крымское ханство входило, но сам Крым был очень развитой территорией. Тут было великолепное земледелие с высочайшим в Восточном Европе, между прочим, урожайностью. Сам 8, сам 10. В России сам 3, сам 4, то есть на одно зерно 3-4 вырастает. В Крыму 8-10. Это высочайшая урожайность. Там было развитое ремесло, очень развитое коневодство. Все боевые русские лошади – это татарские лошади. Вот, несмотря на вражду, при этом торговали и тысячами голов закупали. Вот. И воин выезжал не на русской лошади, а на хорошей татарской лошади, а воевода выезжал, как вы знаете, на аргамаке. Это такая красивая большая лошадь, очень часто и находится. Но для того, чтобы находиться в бою и в длительном, так сказать, вот, походе, крымская лошадь, хорошая крымская лошадь, надежнее и неприхотливее. Поэтому на аргамаках можно, так сказать, не ездить. Вот. Но дело не в том. Проблема заключалась, что с Крымом, из-за того, что за его спиной стоит Турция, так легко справиться было невозможно. А 15-16 век – это вообще рассвет турецкой экспансии. При Сулеймане Великолепном, все теперь его знают благодаря сериалу, это 16 век, в Европу экспансия турецкая, вообще это крупная угроза. Половина Венгрии уже находится, все Балканы находятся под Турцией, вообще в Вену стучат уже. А Вена – это родина Габсбургов, императоров Священной Римской империи в это время, поэтому, в общем-то, проблемы тут очень-очень у Европы большие. Так вот, я стала говорить, что появилась новая статья дохода. Что это за статья? А это работорговля. Турецкая империя использовала колоссальное вообще количество рабов-мужчин на строительных, земляных, фортификационных работах. И у Турецкой империи был гигантский галерный флот. Она в Средиземном море воевала и с венецианцами, и с греками, и с разными западноевропейцами, французами в частности. На галерах гребцами сидели рабы. Эксплуатация их была чудовищная, содержание их было еще более чудовищное, часть рабов просто приковывалась цепями к веслу и никогда не покидала галеры. Ну, представляете, какой образ жизни, тут и едят, и испражняются, и вообще все что угодно. Как только кто-то заболел, его тут же убивают и просто выбрасывают за пределы галеры. Ну, а приковка к веслу гарантирует, что этот человек будет бороться за жизнеспособность галеры до последнего, потому что пойдет он на дно вместе с ней. Вот. Другой вариант – выкалывали глаза вот этим галерным гребцам, ну, чтобы их не охранять, чтобы они не бежали, но это тоже означало, что это люди, жизнь которых привязана к этой военной службе, и жизнь их очень коротка, и к тому же они должны быть молодыми и сильными, поэтому приток мужчин должен был рабов постоянно. Также востребованы были уже в гаремах восточноевропейские женщины, особенно блондинки,
любимая жена, вы помните, да, Сульмана Великолепного, Роксолана, была блондинкой, кстати, будущий преемник Селим II, это сын Роксоланы, у него есть такое прозвище Селим Блондин у турок или Селим Пьяница. Только не надо думать, что он действительно был пьяницей, просто являясь наполовину человеком русским, сама Роксолана была славянка, ну, скорее всего, русинка. Вот. В общем, он любил выпить вино, хотя ислам запрещает. Его ближайшим другом и управителем одной из территорий Турецкой империи был португальский еврей, поставщик на восток христианскому населению восточному вин. И поэтому он своему другу и уже господину регулярно лучшие вина привозил. Вот. Ну так вот, как же тут организуется уже в XVI веке, во времена Ивана Грозного, оборона? Раз мы не можем разгромить Крым, потому что за его спиной стоит Турция, значит, нужно как-то установить здесь оборону. И во многом вот древнерусский опыт именно Владимира Красносолнышка, о котором я рассказывала, был вот второй раз востребован. Ну, во-первых, военные историки считают, что где-то с 1520-х, то есть еще при Василии III, потом в регенство Елены Глинской, а потом уже и при Иване IV, в эпоху реформы избранной Рады, в эпоху опричнин и позже. Где-то до середины 60-х годов. Здесь возводятся сначала три вроде как независимые. А, вот забыла вам еще сказать, сейчас быстренько скажу. Хотела показать вам, это Герберштейн, который посещал при Василии III страну, вот, а в 56-м году вышли его записки о Московии, снабженные иллюстрациями, он художнику рассказывал, как вообще все тут видится, и вот как раз это московские люди, служилые, которые охраняют рубежи на юге, то есть вот там, где дикое поле как раз существует. Вот. Ну, а мы с вами пойдем немножко дальше. Вот перед вами карта засечных черт, потому что в течение всего XVI и XVII века главная оборона русского государства будет строиться именно благодаря строительству засечных черт. Перед вами тут на карте их, по-моему, сколько? 6, да? На самом деле отсутствует самая поздняя черта, которая уже появилась после присоединения Левобережной Украины к России, называлась Изюмской, а так их вообще, этих черт, было 8. И вот первые черты появились при Иване Грозном. Значит, сначала они составляли такие не связанные с друг другом тульскую засечную черту, рязанскую засечную черту и шацкую засечную черту. Вот, не может тут указка показывать. То есть, что из себя представляла вообще засечная черта и организация обороны вот в рамках вот этих черт? Тут было несколько видов служб. Служба первая – польная служба. В больших пограничных крепостях, которые тут строились или были и укреплялись. Ну, в данном случае, вот в этом регионе, тут важнейшими крепостями являются Путивль, каменная крепость, рядом с ними Рыльск, очень мощная деревянная крепость. Дальше у нас идет Тула, опять-таки каменная крепость. Дальше идет Коломна, каменная крепость, и Рязань. Да, Переславль-Рязанский, не каменная крепость, но мы уже видели, очень мощная крепость, соответственно, деревянная. Там стояли войска. От нескольких сот до 1500 могли находиться служилые люди по отечеству, то есть это дворянская конница, которая за свою службу получала поместье и вот время от времени находилась либо в походах, либо на смотрах, либо вот на польной службе здесь стояла. Дальше
И из этих второй вариант службы, который тут был, он назывался «станичная служба», потому что в каждой из названных мной городов рассылались так называемые станицы. Станицы – это были тоже служилые люди по отечеству или казаки на службе у русского государства, но обязательно под руководством дворянина, все-таки служилого человека, да, по отечеству. Они выезжали небольшими группами и постоянно передвигались, останавливаясь, отсюда название станицы, но ненадолго, вдоль пограничья. То есть они ездили по русской территории, но вблизи с диким полем. И контролировали всю границу, которая относилась к тому или иному городу. Ну, например, вот Путивль-Рыльск – это один центр, как бы. И вот всю этот участок границы станичники вот эти должны были постоянно контролировать и смотреть, не появляется ли где, да, неприятель. И третий вид службы, который был, это служба в сторожах, которые выезжали вглубь дикого поля. Там у них были дозоры, где останавливалась одна группа сторожей, а другие сторожа постоянно передвигались. И у каждого из них была своя территория, по которой они передвигались, причем вот каждая такая сторожа контролировала от 20 до 30 верст территории и постоянно там двигались. И должны, их задача была одна – вести разведку и заметить, когда идет неприятель. Как только они замечали, что идет неприятель, они должны были моментально посылать гонца, чтобы он либо станичникам, либо непосредственно в крепость сообщал напольщикам, что идет враг, и дальше отправлялся на Москву сообщать уже для того, чтобы большое войско выходило встречать вот этого неприятеля. Собственно, так и четвертый, сразу скажу, вид службы, который тоже был, это непосредственная засечная служба, потому что кроме вот этих крепостей, да, и вот сторожей, напольщиков и станичников, существовали еще тут полоса заповедных лесов. Заповедь, вы помните, это запрет, то есть нельзя было рубить леса. Даже крепости деревянные строились из подвозного леса. Эти леса нельзя было рубить. Можно было только из этого леса кое-где создавать засеки. Что такое засека? Она была не по опушке леса, а в глубине леса. Там, где можно было проехать, то есть шел некий шлях, да, по которому... Через бурелом понятно, что конницей никто не пройдет, но некие такие вот дороги все-таки имелись, шляхи. Вот, вот здесь подрубались деревья на протяжении нескольких десятков километров. Причем подрубались очень интересно, специально посмотрела, был такой временный, но довольно долго существовавший, лет 20 он существовал, с 60-х годов по 77-й точно засечный приказ. И там от него сохранились документы, и там сказано, как производить правильно засеку. Так вот, засека, значит, производилась следующим образом. Дерево срубалось толщиной от 15 сантиметров и больше, срубалось так, чтобы оно падало в сторону, куда вы, да, хотели остановить неприятеля, но при этом подрубалась она на высоте человеческого роста. То есть велено было рубить топором, докуда, так сказать, достаете. То есть это не маленькие пеньки, а вот такие высоченные пеньки. Желательно, чтобы деревья падали крест-накрест, после чего ветки обрубались, а сучья заострялись. Некоторые бревны клались вот на эти пеньки, да, и вот происходила такая сплошная линия, которая, да, она могла быть и 50 метров шириной, иногда и больше. То есть разобрать ее, в принципе, на походе было невозможно. Вот. И, соответственно, вот эти засеки тянулись по лесным массивам заповедным, а там, где леса не было, тут все-таки лес и степь, вот, там надо было строить из леса надолбы,
То есть сначала делали земляные валы и рвы, а сверху вкапывали заостренные бревна. И вот такие засеки, они шли друг за другом, то есть это не одна линия, а много. Причем, имейте в виду, смотрели они в обе стороны. Как в сторону дикого поля, так и в сторону вглубь русского государства, чтобы трудно было и проходить, и возвращаться невозможно. И вот засечную службу несло уже местное население, которое жило здесь, потому что сюда шел поток колонизации. Здесь пытались поначалу расселить служилых людей, но они очень быстро, у них крестьяне разбегались, и они становились сами крестьянами-однодворцами. Вот здесь их было больше всего, это в прошлом дворяне, но разорившиеся. Вот. А потом, по мере пребывания на плодородные земли и по тому, как росла безопасность, тут появлялось новое население, и вот они несли службу, соответственно, в ополчениях. Вот засечники должны были также посылать особые такие сигналы, значит, тоже, если они вдруг увидели неприятеля. Делалось это либо на вершине дерева сидел дозорный, либо строилась такая вышка вот на этом голом месте, где стояли надолбы, и при них был большой-большой кузов из бересты, набитый берестой и смолой, очень дымный, черный такой. Гарь поднималась, и это тоже было видно. Ну и задача всего местного населения, когда оповещала вот эта служба, что идет неприятель, быстро бежать в города, под крепости, угонять туда свой скот, детей, жен, все. Выжигали чаще всего сами селения для того, чтобы врагу ничего, так сказать, не доставалось. И регулярная служба, вот от которой я вам рассказала, была описана, прописана буквально по людям, сколько кто служит. 16 февраля 1571 года под руководством боярина земского, воеводы Воротынского Михаила Ивановича был создан боярский приговор на основе совета с опытными польщиками, значит, сторожами, и был прописан вот такой устав. Ну вот, например, на примере, я про все вам да, не буду говорить, а вот в Путивльском вот этом вот стане, да, там, например, было 7 станиц, которые выезжали с апреля по первый снег. Выезжали они, каждая из станиц, на 15 дней и контролировали, потом их меняла другая станица. И на 6 недель или 4 недели в конце осенью выезжало порядка 10 вот этих сторожей, которые выезжали в свою область. И, например, были очень жестко прописаны регламент службы за то, что смена не пришла, вы покинули. Вот и если в случае проворонили неприятеля, полагалась вообще смертная казнь. Если неприятеля не проворонили, но все равно ушли, полагалось бить кнутом и штраф платить служилым людям. Также штрафы платили те, кто опоздали на службу, то есть вовремя должны были сменить, а не сменили. И штрафы шли в пользу тех, кто хорошо несет службу, поэтому тут определенный такой материальный дополнительный достаток был. Ну и как, вот если вы спросите, ну и каковы же результаты, да? Ну, первый результат был поначалу не очень хороший, потому что вот такая служба регулярная только устанавливалась, вы помните, в 1971 году, дошел до Москвы Девлет Гирей и спалил даже Москву, да? Но в 1972 году, когда Иван Грозный уже отправляет совместное войско опричников и земских людей под руководством Воротынского, и вот разработанный под руководством Воротынского вот этот регламент несения службы, он уже, в общем-то, начал устанавливаться. Недельное сражение, которое известно как битва при Молодях, началось 26 июля, окончилось вообще уже в августе, 3 августа, кончилось победой и разгромом Девлет-Гирея, причем таким сам хан был ранен, было убито несколько его сыновей, большие были потери. И вот, вы знаете, в дальнейшем,
если мы посмотрим, ну, опустив смутное время, оказалось, что строительство вот этих засечных черт и организация службы по тому принципу, какой я вот вам, так сказать, рассказала, очень эффективен. И сначала три засечных черты объединили вот эту тульскую, рязанскую и шацкую в одну большую засечную черту, а потом началось строительство других черт, они перед вами, я вам сказала, что их вот в общей сложности было семь. Колоссальную роль сыграла такую кардинальную большая белгородская черта, строили ее при Михаиле Романове Алексее Михайловиче Романове, начали строить в 1636-м, кончили через 20 лет, и это уже была сплошная линия укреплений, и к этому моменту уже появились и большие города, которые укрепляли, кстати, начинает такое большое городское строительство тут Борис Годунов, и в царствование Федора Иоанновича, и уже в свое царствование, и Романовы продолжают эту линию, тут постоянно появляются новые крупные города. И вот то обычно, о чем забывают наши студенты почему-то. С середины XVII века вы не видите ни одного по-настоящему уже успешного крымского набега вглубь территории. То есть на самом деле с середины XVII века начинается медленно, но постепенный напор уже Руси на дикое поле. Вот вы видите эти засечные полосы, все идут на юг, на юг, на юг, на юг. А почему? А потому что русские переселенцы каждый раз пересекают предыдущую черту и расселяются за ним. Появляются люди, ресурсы, государство строит новую черту, ну и так далее, и так далее, и так далее. И если бы не длительная вообще война за Украину, которая отвлекла внимание от войны с Крымом, собственно, то, наверное, вот такой переход в контратаку, он начался бы раньше. Но уже победы наши здесь, собственно, налицо. Большая война, начавшаяся в 73-72 году, ну, чаще всего ее начинают с первого Чигиринского похода, который произошел в 1677 году, да, потом в 78 году. Вообще война кончилась в 81 году. Но вы помните, что это была война, в которую ввязалась Турция, решив, так сказать, себе прибрать Украину, за которую уже довольно долго билась Речь Посполитая и Московия. Наконец они ее поделили в Диулинском перемирии 1667 года. Ну, многим самим украинцам и запорожским казакам это не понравилось, поэтому уже Иван Выговский говорит: «Государи растерзали Украину, наша задача ее объединить», пытается найти покровителя в лице Турции, и вот начинаются тут турецко-польские, русско-польские войны, но вот как раз Москва-то ее выиграла, и Турция вынуждена была признать право России на левобережную Украину и Запорожье. То есть это колоссальная победа. Вот. Ну и первая крупная наступательная операция, которая, в общем-то, с точки зрения ее задач, таких глобальных, закончилась победой, а не поражением, против нашей исторической памяти из учебника и петровской пропаганды взятой, это крымские походы Василия Васильевича Голицына. И поход 87 года, 1687 года, и поход 1688 года – это наступательные операции. Мы действуем целиком на территории Дикого поля. Второй поход дошли аж до Перекопа. Правда, штурмовать его Голицын не решился. Ну, вообще, военное дело, хоть он всю жизнь был на войне, все-таки было не главным его талантом. Он был государственным деятелем, дипломатом, но воеводой, так сказать, был таким осторожным. Не решился, хотя мог бы, наверное, какой-то тут успех иметь. Ну, а глобальной-то задачей было в этом походе что? С 1686 года Россия заключила вечный мир с Речью Посполитой и вступила в Священную Лигу. Это организация европейских государств, борющаяся с турецкой экспансией. Там Речь Посполитая была, Священная Римская империя германской нации, Венеция, и покровительствовал всему Папа Римский. Вот. Ну и задача была, соответственно, здесь у русских какая? Не пустить крымскую конницу на помощь туркам,
которые в этот момент воевали и с Польшей, и воевали, в общем, с Австрией. Что, собственно, русские бесподобно сделали? Они заперли первый раз, значит, в Крыму и второй раз в Крыму. И поэтому, собственно, Россия продемонстрировала, что она вообще очень надежный союзник. И вообще время, когда Крым нападал, прошло. Теперь русские, собственно, нападают. Ну вот все, что я вам хотела рассказать. Спасибо большое. С удовольствием отвечу на ваши вопросы.